Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 3, урок 30. Данное задание со звездочкой. То есть это задание повышенной сложности, где нужно подумать. Давайте догадаемся, какой из домиков, стоящих под цифрой 1, 2, 3, 4 или 5, должен занять это место. Рассмотрим первый ряд. Точка стоит в данном треугольнике. Вторая точка стоит в левом, в правом и в верхнем треугольнике. Третий домик собрал в себе все три точки. Верхнюю, левую и правую. Третий домик у нас как итог первых двух домиков. Рассмотрим вторую строку. Точка стоит в верхнем треугольнике, в нижнем, в левом и в правом. Все четыре точки мы нарисовали в домике итоги. Посмотрим, какой же в итоге домик должен стоять на третьем месте. Точка стоит в левом треугольнике и в нижнем. Разберемся, какой из треугольников у нас состоит из двух точек, где они стоят в левом и нижнем треугольнике. Верно, это домик под номером 4. В нижнем и в левом. Как итог. Если у вас возникли вопросы, оставьте комментарии под видео.